200 тысяч евро в пакете. Крупную партию валюты пытался нелегально вывести в Польшу гражданин Украины. Границу пересекал в пункте пропуска Шегини. Пограничники заранее знали о возможной валютной контрабанде, и во время досмотра автомобилей стражи границы обнаружили в личных вещах одного из выезжающих пакет с купюрами. Все изъяли, на нарушителя составлен админпротокол.